Здравствуйте, меня зовут Иркабаева Эльза, мне 21 год. В 2010 году я с отличием закончила школу и поступила в Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы на специальность химия. Еще с первого курса я участвовала в различных олимпиадах и конференциях в области химии, да и не только. Являюсь членом научного общества и студенческого совета. В данное время я выполняю свой дипломный проект по изучению разложения пирсульфата аммония в различных средах. Но одного диплома было мало, поэтому я обучаюсь на вечернем отделении Башкирского медицинского колледжа на специальности сестринское дело. Его я закончу в 2017 году. Полагаю, что изучение химии наряду с медициной открывает широкие возможности для профессионального роста и карьеры, так как современная медицинская практика и наука, она очень тесно связана с современной химией. Как говорил Ломоносов, медик без довольного познания по химии совершенным быть не может. Я очень люблю детей. Удачно прошла педагогическую практику на базе лицея номер 5 города Уфы. Работала детским аниматором, вожатой в детских оздоровительных лагерях в Башкортостане и за пределами. Я чувствую себя бодрой, энергичной, когда все мое время занято. Поэтому увлечений у меня немало. Все школьные годы я закончила с отличием музыкальную школу. Умею играть на 4 музыкальных инструментах, в том числе на пианино. А кроме этого, имею разряд по шашкам и шахматам. А для души я пишу стихи на своем родном башкирском языке. Имею права категории Б. Каждое дело я закладываю все свои силы, сердце и душу. Также обладаю чувством юмора, тактом и толерантностью. Благодарю вас за внимание.